Здравствуйте, вы смотрите программу «Мысли вслух». В этом выпуске программы с пластическим хирургом Андреем Яхонтовым мы обсудим, для чего человеку внешность. Нельзя относиться к внешности как к какому-то богатству. Мы воспринимаем все-таки глазами, и нам нужна красивая картинка. Очень мало мужчин уходят только к внешней эстетике. Они уходят к ощущению гармонии, счастья, спокойствия. А женщине нельзя позволять вообще думать. А у вас нет микрофонов, вас не пишут. Смотрите в эфире национального телевидения 9 сентября в 19:00.